будьте аккуратны, больше находитесь дома. Ну, спасибо. Счастливого пути. Соблюдают ли самарские водители масочный режим? На въезде в город проверяют сотрудники ГИБДД. Смотрят документы, напоминают о важности соблюдения особых ограничительных мер. Именно это в итоге будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в регионе и позволит быстрее перейти к отмене ограничений. Водители к проверкам относятся с пониманием. Напоминаем вам о том, что в Самаре, в Самарской области, продлен режим самоизоляции до 8 числа. Необходимо при себе иметь маску в общественных местах. Также сотрудники госавтоинспекции во время профилактических рейдов напоминают самарцам, что сейчас по-прежнему лучше оставаться дома. Особенно это касается людей из группы риска. Лариса Шлафаст, «События».